Ребята, всем привет! Вы на канале Ушасти Kids, и сегодня мы поиграем с говорящим котиком Томом. Просыпайся, Том! Ребята, в прошлой серии мы с вами сделали вот такого прикольного бриллиантового котика Тома и построили для него специальный дом. А сегодня предлагаю вам сделать настоящего короля Тома. Вы согласны? Ну вот. Ой, Том, кажется, сегодня ты совсем не выспался. У меня есть для тебя сюрприз. Вот такое розовое зелье. Оно поможет тебе взбодриться. Здорово, ребята, мой котик Том подрос. Теперь он на 88 уровне. Давайте скорее его накормим вкусными пельмешками. Еще у нас есть вкусный суп. И на десерт торт с клубникой. Немножко газировки. И даже мороженое. Ребята, а давайте дадим котику Тому сжигатель жира, чтобы он снова стал худым котиком Томом. Ну вот, давайте на него посмотрим. Смотрите, какой он худенький. Кстати, в нашем сегодняшнем задании ежедневном нужно гладить котика Тома 7 секунд. Смотрите, как он мурлычет. Он так сильно блестит, ребята. Вам нравится? Том, ну ладно уже, просыпайся. Ура! Мы выполнили ежедневное задание. Ну что, давайте сделаем короля Тома. Для этого уберем бриллиантовую шерсть, снимем шапочку Теслы и предлагаю сделать короля Тома в золотом цвете. Вот такая золотая шерстка у него будет и даже золотые глаза. А теперь подберем ему шапочку короля. Где же она? Вот она, королевская корона для котика Тома. А еще у нас есть один атрибут специально для короля. Вот он, королевский монокль котика Тома. Ребята, а вам нравится король Том? Если да, ставьте ваш лайк. А я сделаю специальную гостиную для короля Тома. И знаете, что нужно королю? Обязательно нужен трон. Вот он. Смотрите, какой красивый королевский трон. И, конечно же, сундук с сокровищем. Теперь давайте заменим обои. У нас есть специальное королевское красное настенное покрытие. Еще в запасе у нас хранится портрет дедушки Тома. Вот он, королевский портрет дедушки Тома. Вот такой красный ковер мы с вами постелим. И осталось только заменить цвет пола. Вот такой желтый будет у нас пол. Ну, гостиная для короля Тома готова. А теперь, Том, давай сделаем небольшой перерыв и передадим нашим очень-очень любимым подписчикам привет. Первый привет мы сегодня передадим для Софии Пак. Большой-большой тебе привет, София. Яна Зернова, Ангелина Закутная и Маша Крутилева. Всем вам, девчонки, большой пушистый привет от котика Тома. Алиса Лисаконь, Ксюша Савельева, Ульяна Малова, Полина Шилова, Олеся Чашкова, Дина Юсеева и Алиночка Сотникова. Всем вам большой-большой-большой привет. Спасибо, что выбрали наш канал. Настя Кулибаба, тебе тоже огромный привет. Ангелина Пузан и Полина Мухамедьянова. Вам тоже пушистый привет, девчонки, от котика Тома. Осторожней, Том. Яна Степаненко, Настюша Котова,
Лиза Глинкина, Арсений Соцков, Ксения Дедешко, Настя Болотова, Женя Филатова и Кристина Аванесова, а также Олечка Севрукова. Всем вам огромный привет от нашего канала. А сейчас мы с котиком Томом передадим большой и дружной семье, говорящей Оленьке, Тане, Ире, Ане, Лене, а также говорящему Игорю, Вове, Вите и Саше большой-большой привет от нашего канала. Спасибо, что смотрите нас, друзья. Прыгай, Том! Дарима Балбарова, лови тоже пушистый приветик от котика Тома. Ну вот, Том, как всегда, улетел с орбиты. Юля Синицына и Карина Азамат, вам пушистый привет. Танюша Купер, Юля Кутерещин, Настюша Бакарягина, София Костеренко, Алина Беркутова, Андрей Саранцев и Катюша Колпакова. Большой-большой вам привет! Софа Фокма, лови пушистенький привет от котика Тома. Полина Андреева, Настюша Дерябина, Артем Берестов, Маша Мищенко и Вероника Руднева. Пушистый-пушистый вам привет! Юля Синько, Лера Скоробогатько, Юля Медведева и Анюта Зырянова. Вам тоже пушистый привет! Ира Вонягина, Марина Кузнецова, Наргиза Аркинова. Всем вам пушистый-пушистый привет от котика Тома. Ксюша Гроздева, Варвара Волкова, Аня Зайцева и Вероника Анисковцева. Друзья, если вы тоже хотите получить приветик от котика Тома, обязательно пишите в комментариях под этим видео ваше имя и фамилию. И котик Том вам тоже передаст пушистый-пушистый привет. А теперь нам пора вернуться в дом котику Тому и достроить королевский дворец. Давайте-ка посмотрим, что мы можем сделать на кухне. Начнем с холодильника. Вот такой королевский охладитель, специально для короля Тома. Королевский красный стол. Теперь специальное королевское окошко. Вот оно. И поменяем цвет обоев. Например, сделаем бирюзовые обои. Ну вот, столовая готова, Том. Тебе нравится? Хочешь скушать роллов? А специально для короля Тома у нас есть царский кубок. Держи скорее. Ого! Кажется, Том снова стал толстячком. А теперь сделаем для тебя специальную ванну. Заменим унитаз на королевскую уборную. Вот такие у нас королевские ворота. И еще у нас есть специальный королевский коврик для ванны с кошечкой. Теперь королевская плитка. Ну вот, наша ванна готова. Можем даже искупать короля Тома. Немножко пенки и все хорошенечко смоем. Том, ты такой толстячок. А теперь, конечно же, королевская спальня, друзья. И начнем мы с королевского ложа. Выберем постельное белье. Вот такая королевская постель. И королевский светильник. Заменим полку. Королевский портрет кошечки Анжелы. Куда же без нее? Ну вот, дом для короля Тома готов. Сейчас мы с Томом полностью покажем весь наш дом. Это у нас с вами гостиная, столовая, ванна и, конечно же, спальня. Ну а на этом, друзья, у меня все. Подписывайтесь на наш канал Ушасти Kids и смотрите новые серии с котиком Томом каждый день. Закрывай глазки, Том, сладких тебе снов. Всем пока-пока!